Институт фундаментальной медицины и биологии – один из самых динамично развивающихся институтов КФУ. Он содержит более 60 подразделений. Это кафедры, научно-исследовательские лаборатории, клиническая база в Республиканской клинической больнице номер 2, музеи, ботанический сад и многое другое. Андрей Киясов, директор Института фундаментальной медицины и биологии, в программе «Прием КФУ-2016» рассказал, в чем уникальность института. Когда мы называли институт, мы его назвали Институт фундаментальной медицины, то есть хорошие даем фундаментальные знания, такие же, как на уровне у биологов. А потом уже мы даем еще и непосредственную связь с клиникой, так сказать, то есть работаем с клиникой. По инфраструктуре, ну, наверное, я могу сказать, что и в биологическом, что и в медицинском направлении, мы уникальны еще и по другой причине. Мы практически единственные, кто имеет свою клинику. В ИФМИП также создан уникальный центр симуляционной медицины, включающий модель госпиталя, стоматологический класс, инжиниринговый центр по созданию симуляторов. До того, как подойти к больному, у нас отрабатываются все самые мелкие мануальные навыки. И более того, они не просто отрабатываются. У каждого студента есть свое видеопортфолио, которое он может потом показать работодателю. Что же он имеет? Не на словах, а не на бумаге, где просто написано. То есть вообще, в принципе, мы создали уникальную и стараемся, так сказать, поддержать и выйти на лидирующие позиции, так сказать, в подготовке и биологов, и медиков не только в России, а может быть даже и в Европе. Хочешь стать специалистом в области биологии либо хорошим врачом? Тогда тебе прямая дорога в Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ. Более подробную информацию о поступлении в данный институт можешь узнать в программе «Прием КФУ-2016» на сайте КФУ или по номеру приемной комиссии. Желаем успехов в поступлении. Адиля Валеева, Ильшат Хусаенов, Универньюз.